Все работает. Мониторы работают. Камеры. Начнем с комментариев. Появились интересные комментарии. Вопрос. Петрович, подскажите, как быть с циститом и недержанием мочи? Пожалуйста. Ну, вообще-то, на эту тему в интернете достаточно много разного рода видосов. Ну, смотрите, цистит. Вот мы просто так справочку сделаем. Что такое цистит? Воспаление мочевого пузыря. Это воспаление слизистой оболочки мочевого пузыря. Это обусловлено так, у которых, короче, соответственно... соответственно, инфекции попасть легче в мочевой пузырь. Так, причины возникновения. Еще так глянем. Инфекции легче попадать в пузырь. Так, симптомы, диагностика, лечение. Причины возникновения цистита. Вот что нам говорит врач. Мы не будем там что-то такое. Значит, существует миф, что цистит – это болезнь холодного времени года. Это неправда. Но, тем не менее, цистит часто возникает после переохлаждения организма. Он может возникать и летом. Хорошо, можно и летом переохладиться, но нас это не волнует. Например, после перенесенных респираторных инфекций, воспаления мочи и спутницевого канала, после полового акта, вследствие аллергии на вагинальные дезодоранты, парфюмерное мыло и даже цветную туалетную бумагу. После перенесенных респираторных инфекций. То есть инфекция пошла гулять по организму. Значит, нам надо на эту инфекцию воздействовать. После полового акта. Что такое половой акт? Это обмен микрофлоры. Обмен микрофлоры. Дезодоранты, которые, будем говорить, эти дезодоранты, вместо того, чтобы, вернее, лучше так сказать, наш организм, образуя определенную среду там, в половых органах, тем самым защищает себя. А как только мы используем разного рода вагинальные дезодоранты, то есть мы эту среду только раз там смыли, уничтожили, пожалуйста, она уже слизистая там не защищена, открыта для бактериального вторжения. И вот опять цистит. Парфюмерное мыло, мыло смывает эту среду. Цветная туалетная бумага у мужчин. Значит, смотрите, заболевание появляется при частой смене половых партнеров. Вот просто сказано при частой смене половых партнеров. Это уже касается мужичков. Что происходит? Вот у меня, как у мужчины, одна микрофлора. У моей жены другая микрофлора. И когда мы начинаем совместно жить, ее микрофлора с моей микрофлорой, они вроде бы там, знаете, похожие, но имеются некоторые различия. Нечто становится общее. Нормально. Потому что, да, вообще, можно так сказать, первые же половые акты, когда только человек начинает жить, он может как раз вот подцепить какую-то инфекцию. И это все связано не с тем, что человек там болен, тот или иной там партнер, а связано с тем, что идет притирка микрофлоры. Притерлась, образовалась, вы живете все нормально. Но если у вас один половой партнер, через неделю другой половой партнер, через неделю третий и так далее и тому подобное, то постоянно вот этот обмен микрофлоры и вот эта вот беспорядочная половая жизнь, она именно чем характеризуется отрицательной стороной, это именно вот этим обменом микрофлор. Это мое мнение, как светоча здорового образа жизни и народной медицины. Вот. И в результате чего возникают вот эти заболевания. Поэтому, если у вас, как бы сказать, не было охлаждения, не было ничего такого, но вы-то сами знаете, что вы, как бы сказать, любите сладенькое, то это следствие вот этих вот частых смен половых партнеров. Ну вот, может возникать излученных половых связей. Ну и что? Вот что? Вот это вот и все. Вот это все объяснение. Вот этого
Вот этого врача-уролога Игоря Чернюх. Вот он все сказал. А я же, Светоч, смотрите, сколько вам рассказал. Так, симптомы частицы, частое мочеиспускание, боль при мочеиспускании. Почему боль при мочеиспускании? Потому что слизистую, вот эти вот микробы ее погрызли уже. Боль поясницы внизу живота, естественно, изменение цвета мочи, и процесс-то идет, разложение. Посторонних примесей, это уже следствие того, что бактерии там жуют слизистую, повышение температуры тела. Повышение температуры тела, это уже повышение, будем говорить, организм пытается. Вот, и тут, смотрите, интересная вещь, повышение температуры тела, тоже так, сказали и все. Если у нас что-то заболело, это не значит, что у нас болит там один только пальчик, или там, допустим, мочевик, я так называю, мочевой пузырь с каналами и так далее, мочевик. Это говорит о том, что заболел в целом организм. Он допустил сбой, в нем возникает поражение, и на это поражение организм в целом начинает отвечать. И, как правило, этот ответ заключается в первую очередь в подъеме температуры, чтобы с помощью подъема температуры сжечь вот это все вредное, повысить активность лимфоцитов, увеличить выработку этих всех лимфоцитов, увеличить выработку различных там антител и прочее, активных таких, будем говорить, веществ, которые вот эту всю инфекцию уничтожают. Для этого надо поднять, в первую очередь, температуру тела. Ну вот, не до конца опорожненный мочевой пузырь или слишком редкое мочеиспускание. То есть, все должно быть делаться нормально. Это может быть причиной, когда человек передерживает мочеиспускание, то есть, хочет, но передерживает, там, опухоли. Значит, во время беременности инфицирование мочевого пузыря, возможно, вследствие усиленного на него давления плода. Основным исследованием для диагностики цистит является анализ мочи. Пожалуйста, я думаю, делай. Значит, что там такое? Повышенное количество лейкоцитов. Так, ультразвуковое обследование, оно показывает, насколько большой участок захватил воспалительный процесс. Лечение цистита применяет обезболивающие и спазмолитические препараты. С учетом возбудителя используют антибактериальные средства. Так, у беременных, поскольку источник инфекции расположен рядом с родовыми путями, увеличивает риск инфицирования. Вот говорят, не стоит лечить цистит при беременности народными средствами. Травы имеют побочное токсическое действие, а очаг инфекции в организме остается. Профилактика цистита. Избегать переохлаждения, больших физических нагрузок, своевременно лечить болезни, передающихся половым путем. Пациентам, у которых обострение связано с половой жизнью, показан пероральный прием антибиотика. То есть, что вот здесь можно сказать? Я так дальше особо не иду. Смотрите. Как быть с циститом и недержанием мочи? С недержанием мочи. Недержание мочи может быть следствием вот этого запущенного цистита. Поэтому, что у нас есть против паразитарки? Это тройчатка. Поэтому вот здесь можно ее применять. Что у нас дальше есть? У нас есть дальше керосин. Можно применять? Можно применять. Ряд там других трав есть. Я просто даже не вдаюсь вот в эти подробности. Просто я вам обрисовал то, что, как правило, что-то мне говорит, какая-то область слизистой мочевого пузыря поражена бактериальной инфекцией. Вот эти вот бактериальную инфекцию и надо на нее действовать. Для этого подойдут тройчатка, что там, полынь, гвоздика. И, допустим, в эту тройчатку можно включить этот самый тадикамп. Тогда получится такая мощная смесь. То есть применяем одновременно гвоздику, полынь. И запиваем, допустим, 5 там каплями тадикампа. И далее уже, естественно, там смотрим, что там, как там у нас идет процесс.
Я думаю, очень хорошо дали в профилактических целях это использовать семнатмина. Пол чайной ложечки утром натощак, раз, приняли. Не разжевывая, она пошла, то есть посмотрите, я много рассказываю. И я очень доволен вот этим, я ее уже тмин использую примерно больше года регулярно, на регулярной основе. И инфекцию выгнать из организма не так-то просто вообще, не так-то просто. Вот так, как бы сказать, полечились там антибиотиком или еще там неделю-две, там, да хоть месяц там полечились. И думаем, все нормально, все тут мы там здоровые там. До нового, будем говорить, случая. Но опять он возник, его не долечили. Инфекция, которая имеется в организме, она очень крепко засела. Ее так просто не взять, поэтому надо что-то постоянно делать, причем применять такие средства, которые были бы в то же время пищей и в то же время нормализовали бактериальную микрофлору, грибковую и бактериальную. И вот одним из таких средств является тмин. Вот поэтому и начните только тминчик каждый день с утра. И плюс противопаразитарочку применить, противопаразитарочку и посмотреть, что и как там получается. У меня вообще там есть много отзывов о лечении цистита, просто я сейчас не хочу куда-то там залазить. Уважаемые посетители канала, для вас моя личная библиотека, авторская. По ссылке, которую я даю под каждой программой, вы можете перейти в библиотеку и бесплатно воспользоваться моими книгами. Будете знать столько, сколько знаю я. Всего наилучшего.